Материнский капитал теперь начисляют автоматически. И это теперь первая автоматическая предоставляемая государственная социальная услуга. С 15 апреля 2020 года его будут автоматически начислять после рождения ребенка. Подача социального заявления больше не потребуется. После рождения ребенка сведения из единого реестра ЗАГС будут попадать в пенсионный фонд. Специалисты пенсионного фонда проверят, есть ли у родителей ограничения, которые могут помешать выдаче сертификата. Если нет, то сертификат на мат-капитал оформят, а информацию об этом пришлют матери новорожденного через портал госуслуг в личный кабинет и по номеру телефона, указанному в учетной записи. В случае, если в едином реестре ЗАГС не окажется информация о рождении ребенка или родитель не будет иметь учетной записи на портале госуслуг, подать такое заявление по-прежнему можно будет в отделениях пенсионного фонда или в МФЦ. Выдача сертификата материнского капитала теперь будет составлять до 5 дней, а не до 15, как это было ранее. Срок рассмотрения заявления вместо месяца займет до 10 дней. В 2020 году материнский капитал должны будут получить примерно 1 миллион российских семей. Напомню, что средства мат-капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, а также формирование будущей пенсии матери, обучение детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В настоящее время программа мат-капитала рассчитана на период до 2026 года. За первого ребенка от государства можно получить помощь в размере 460 тысяч рублей, за второго 616 тысяч рублей. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. С вас лайк и не забудьте на меня подписаться, чтобы не пропустить следующие видео. Пока!